Вот так у нас выглядят потолки в доме. И вот так вот стена, которая все время тут мокнет. Сегодня 8 марта 2023 года. Работы никакие не были проведены. Льет как из ведра здесь. Здесь уже лужа огромная. Вот туда уже текет. Прям в квартиру. Вниз уже точно уже ушло. Никаких мер с тех пор, как я писала заявление в прокуратуру, в жилищную комиссию должны были написать. Никаких мер сделано не было. Сегодня 8 марта уже. Итак, сегодня 13 марта. На улице идет дождь. И вот, пожалуйста, тут снова потоп. И можно даже услышать, как вода капает. Там так замечательно льет. Не знаю, может, когда до первого этажа дойдут, тогда что-то начнут делать.